Це custom танк. Yes, it's a custom Вау, танк. і це танк? З димом такий. Танк із будущого. Стоп, стоп, стоп. Can I control its танк? Вау, гере. Смотри, тут даже внутри все есть. Still works, not done. Мы тут... Это сфера? Он говорит, что он все еще работает над этим танком. Yes, я вижу. Тут доделал немножко. Смотри, тут какое радио. Оно тоже из кругов? Да, это круги он сам делал. Это не поршни, ничего такое. We are talking about the... Radio detail. Our game's gonna control it. Так, ок. It's can move. And shot? Off the shot. How to fire? Ооо. Еще тут включается свет. I'm stuck underneath here. God. I'm stuck. God. Он застрял. Our game's... Что? Games... Ух, посмотри, как он застрял тут. Что? Ой. О-оу. Как? Я понял. Как он застрял? How? How? Oh no. Wait, I'm gonna... Посмотри, как дым красиво. Дым? О, да. О, yes. I have this escape. Смог. Он нас понимает? Can you understand us or no? No. А как он понял, что мы про дым говорим? Ну, мы, наверное, возле дыма просто стоим. А, ну да. Смог is very nice. Very detailed. Вот тут тоже смотри. А пушка, пушка very, очень детализированная. Very detailed gun. Смотри, тут типа задвигается, это лазер. Что да, лазер. Лазер, it's laser. I made it in 3 days. Он сделал это за 3 дня. Вау. И тут еще, это закрываться должно, но оно еще не закрывается. Хэрри, прицел еще есть. О, это такие для красоты. Или... Это бампер, а это лазер. Стоп, давай, знаешь, как будем делать? А. У него же есть микрофон, скажи ему, чтобы он сам рассказывал про декор, все показывал, а ты просто мне будешь переводить. Так, мне кажется, okay, интереснее будет. Dragon Ball, can you tell about the decoration and I'll translate this to the audience? So what do you want me to tell about the decoration? Okay, we watched the laser, the smoke and the barrel. Basically, for the smoke, I just spammed blocks in different directions. And translate. Он говорит то, что для дыма он просто наставил кучу блоков разных, ну, в разных позициях. Yeah, and then I made some invisible and some like in a pattern. Потом он с помощью отвертки поставил некоторые невидимые части, чтобы они еще, ну, соединялись с дулом, и также он поставил транспорт. Yeah, and then I sort of painted it with the neon. Like he's shooting and then smoke being white. Чтобы покрасить это, у него был неон. Would you want me to turn around? Okay. Он говорит то, что, ну, не знает еще про что рассказать. А, про колеса пусть. Мы какие колеса? Тут очень много. What about wheels? There is very detailed. Thank you. My friend helped me with some of the inside, like on this one, screws and stuff. Yeah, he helped me do the inside of this one, but the rest I did myself. Его друг помог ему сделать вот это вот колесо внутри, а остальные колеса он сделал сам. It's очень detailed. This very detailed. You made it. Ну, он один это сделал колесо вот это. Он говорит, он это еще постройка незаконченная, возможно, даже будет лучше. Тут очень красиво. Можешь у него спросить, когда он доделает, он покажет? When you will end this building, will you show the our games this tank when it's done? Yes, I will. Да, он покажет. I'm just trying to finish it off right now. I spend most of my time interior, you know, trying to get it finished, so then I can just have a work on another tank. You want me to show you? I'll send you a picture. Это тоже. Он говорит, он отправил фото. Сейчас. Ок, I'm wait. Okay, Какое фото? Где фото? Да. Это? Вот он делает фото. Это следующим будет, да? Да, это будет следующим после этого. Вау. Yeah, I mean, it'll look good with this tank, so I'm just trying to do it. Yes. А вот это пушки тоже? Не, вот это вот то, что под дулом, вот это вот, это все, ну, лазер указательное. А вот это я говорю. Wait a minute. What is it? It's also the guns. You know what? Well, this. Is this also the guns? Yeah, they're supposed to be like the missile launchers, but I just haven't had them yet. Basically, да, это тоже пушка. But I mean, I could just add some fireworks and make them work. Он говорит, это тоже пушки, но он не заставил их работать. Он может просто ставить несколько фейерверков и заставить их работать. О, да. They're supposed to be like mortar. Тут должно быть намного больше вещей, так что он пока не закончил. А так с цветом лучше выглядит. Ок, let's... Watch next build. Do you have another build? I do. I have some other tanks, but they're old tanks. Let's watch them. Okay. I'd say there are 4. Говорит, у него есть очень старый потанк. Давайте посмотрим. These are old tanks. Yeah. Танк тоже разлагается. Это самый первый танк. Это старые постройки танков, даже, ну, красивые. Мало. Пусть он рассказывает. Они просто про марки танк какой где-то. Марк 1? Я хочу Марк 1. British. Британец. Это просто английская шутка про британцев. I mean, yeah.
I mean, I have another futuristic tank, but they're like from 2 years ago, dude. Oh, can... Он делал этот танк 2 года назад. Wow. Вот этот, Марк 1. А он может этот внизу блоку дать, чтобы я мог поехать? Can we drive the Mark 1? Does this work? Hop in. Yeah, it works. Hop in. Put in the top here. This is where you enter. No. Oh, yeah, no, just gone there. Games is already... Yeah, no. Что он говорит? Он говорит, ну, где залезать? А, ну, а... Yeah. Я внутри. Okay, I'm not sure he's already... Fine, I'll bring you down. Look, go! Как? А, вот. Yeah, it's moving on its turn. Ah, no, yeah, you're controlling it. Ой. I mean, it uses the motor and wheels. Pretty simple. Он использует моторные колеса. Все прям вместе, да? Oh, guys, you wanna do a game? Wanna do a game? Давайте, он говорит, может, сыграем. Сделаем игру. Yes, давайте. Okay, somebody come out here with me. Wait, take a jetpack, whoever wants to. Yeah, and then head over here, into here. Enter through the back. Basically, I'm gonna get my massive tank, like my massive. Okay, so you guys, so you both ride in there. You go ride the Mark 1 UH. А по карте? UH. Go ride the other Stop. Tank. Стоп. А как я могу зайти в маус? Ride the Mark 1. Ride the Mark. No. Это не рабочий. А ладно. Go ride this one or that one. I mean that one. Либо в Марк 1, либо тот танк. Yeah. Короче, мы с тобой риск идем в Марк 1. Okay, ну ладно. Давай я просто... Okay, guys, go to the waffle. Go to the waffle. And then I can load him up. А что он за игру предлагает? Анчер. Okay, come on, guys. Okay, wait. Yeah. Go to the waterfall like you're gonna dupe and stay there until I say. Он сказал, кто первый доедет, что ли? Да. Вау. А про что он сказал? Что это челлендж? Чтобы нам нужно отъехать, чтобы он. А, дюпнул? Anyway, go to the waterfall and then I'll start loading it. Okay, wait on. We are the waterfall. Нет, еще назад. Тут это не предел еще. Назад. Time. Еще за водопад надо заехать. Все, go. We raid. А вон тот стук, он этот перевернул. Да. Okay, head back. Давай, поехали назад. Go back. Yeah, we're going. Okay, где я? So basically, I'm gonna try flinging you. So стоп, что он загрузил? No going in the trees, okay? Он что-то большое загрузил. Я не вижу. Да я вижу. Что, реально не видишь? Okay, you guys ready? You guys ready? Yeah, we're ready. Okay, coming. Нам нужно уехать от... Чтобы отъехать? Ой, это что? Я же говорю, там какой-то монстр. Бежим! Бежим! А что это за игра такая? Убежать от этого, этой махины. Бежим в конец карты, а не там. No, там I'm going the wrong way. So hard to control. Бежим! Ай! Нет! Надо бежать. Ой, мы завис. Боем отсюда. Беги! Надо спрятаться за этой скалой. Тогда он нас не достанет. Мы спрятались. Нет! I'm stuck, help. Он застрял. No, I can't, it's so hard. You actually aren't. Oh, yes. Нет! It's like a baseball bat. Беги! Риска, беги! Прячься где-то. Прячемся за горой. Давай! Все, беги быстрее, беги. А давай он сейчас сам проиграет. Ладно, окей. На базу поехали, смотри там сколько елок. Там можно хорошо спрятаться. Бежим быстрее, он на нас прыгает уже. Come here, I'm gonna taste on your metal. Он говорит, он сейчас вкусит этот вкус металла. Бежать быстрее. Чего ты так медленно едешь? Я не могу. Мы как какие-то букашки движемся. А там огромный бежит. Бежим. Вау. Ой, нет. No. Нет, беги. Маневрируй. А нет, так мы скорость потеряем. Нет. Ну все, давай быстрее. Туда. Все. Мы в ёлках сейчас спрячемся. Стоп, ёлки без коллизии. Чё? Прячемся. О, он говорит, уходит обратно. Потому что это ничего. Yeah, we're going. А, ну ладно. This will be a fun game. Да, вообще весело. Ааа! Это вообще такое, бывает с танками? Фу, хотя бы на бок не перевернулись. Мы приземлились, самое главное. You got yeeted so hard. Вот ему сложнее всего. Come here. Get over here. Бежим. Беги подальше. Нас толкает. Букашка. I'm gonna fall off the map. А где вторая часть на стуле? Второй спрятался. Он вообще за испытание уехал. No, I'm gonna fall off the bloody map, man. Ага, get over here. Come on, test subject. Может, мне тоже танк будет, а то я тут с тобой гоняю. А можно мне вот эту? Стой, можешь ему сказать, чтобы мы рассмотрели эту постройку? Я хочу попробовать вот этим поуправлять. Давай. I will catch you. К нему поехали. Нет, я хочу... Я хочу к нему поехать. Ой, хорошо, что я выпрыгнул. Стоп! Спасите меня! Стой! Нет!
Ладно. Oh no. Ah, stop now. Ok, let's. Давайте посмотрим эту постройку. Let's watch this building. We. Вот это, которая на нас охотится. Yeah, let's go see the building. А тут что-то стук стоит. Already reset. А нет, то есть это Эсте Эмиль. Так. А нет, это какое-то другое. Там сзади нет. Мне дали даже 18 золота. Везунчик. Do you guys have a tank battle? Вау, тут тоже я. А, все, он вернулся. Я иду. Do you guys have a water? Can you... Скажи ему, чтобы он перезагрузил, короче, ту штуку. А can you do all this build watch? He's hunting on us. We're hunting. It's not mine. Это было не его. No, no, somebody else. А где? Чья? О, это была постройка 45 инс. Да? Да. Так, мы кого сейчас смотрим? А, ну давай. Danny, can you all this big building? The big tank. Which we are hunting on. Which you? Yeah. Да, the big one. I guess yes. Стоп, а что это такое? TGI есть? Ладно, я жду. А чья? Странно. Стоп. Если это не его танк и не его танк, чей это танк? Это не мой. Ну это и не мой. Я не знаю, чей. Ну чё, фантомно как-то появилось? Dude, how are we gonna do the video? We are already recording. I'm recording. Do you like cut it off after? Yeah, whatever. Ой, Maybe. Это маус. Да не маус, какой маус? Он же написал, это Фердинанд. А, Фердинанд, я в танках не разбираюсь. Ну, танк восьмого уровня в товар этот. Ой. Wait. Let me drive it. Ой. Спинбой хочет управлять. На. What the hell? Что происходит? Ай! Это не я, оно само въехало в ёлку. Остановите этот танк. Чтобы я могу дальше им управлять. Я могу управлять, даже не находясь в нем. Что за баг? Я им могу управлять, хоть я в нем не нахожусь. У меня клавиши нарисованы до сих пор. Дистанционное управление без кресла. Когда баг произошел. Отправь его наконец. В конец его отправь. Да как? Я не знаю. Отвези его. Да блин, что я с пушкой сделал? It has a mind of its own, dude. It's so broken. Our game somehow is controlling this tank even he's not sitting in the seat. Yes. So not fair. Literally has full control over it, doesn't he? Dude, oh my god. Нет, я могу камеры включать и пушки там, например. Нет, реально. Этот, риска. Я реально могу им контролировать. У меня подчиняется управление пушками, камерами. Я могу, смотри, риска, я сейчас стрельну в тебя. Что? Смотри, сейчас опять стрельну вот сюда, в нас. Он говорит сражаться. Сейчас будет битва танков. Чёрн ПВП моды. Ой, чё, забагалось. А, всё, я потерял управление, я с другого кресла встал. А что они хотят сделать? Они хотят с танками сражаться. Попробую.